Здоров, подписота. Давай, арбузочка. Шатаем арбузочку, да? Давай. С нами арбузик, да? Арбузик. Арбузик ням-ням. Вкусняшка. Это топчик арбузик. Это я знаю одного продавца, которого я в прошлом году брал. Он вкусняшку продает. 27 рублей, кстати. Цены все равно, сейчас в Волгограде, они варьируются, то есть разные. Буквально на одной улице в начале улицы там чувак с клеткой. У него 27, я прям сразу удивился. Он. Прохожу в конец улицы, где трамвай. Стоит барыга не арбузная, а общий барыга, и просто арбуз у него по 35. Разница, да? Сегодня с сыном ходили, я ему кроссы брал в Дидасе, и там где-то арбушка, там есть шаурма, которую я ел в прошлом году, которая видос я не помню. Я сидел с двумя шаурмами, одна красная, одна желтая, и на Волге их ел. Так вот, они были невкусные. Сегодня я купил ради интереса. И они такие же невкусные. Причем со свининой. И ему то, вот я ему взял, он говорит, дерьмо вообще. Одна капуста, мяса мало. Название не помню. Короче, на площади, прямо перед торгушкой. Запомнил, которую не надо есть, шаурму. Как бы спелый, но и не такой сладкий. Не приторный. На 10 килограмм.
в разрезе. Ну, я все. Я наелся. Насчет дыни не знаю. На арбуз просили, я поел. Всем пока.